опять рыбалки. Мы опять на речке. Ну что, привет, пока тарань. Сейчас нету. Будем ждать. Сразу не знаешь уже, что ему туда бросить. Ой, снасть. Почему подлещик не клюет? Может, там есть? Почти каждый заброс лещ. Значит, он стоит. И почему он не хочет клевать, непонятно.
Так, ну что? Будем подводить итоги. Вот это мой улов. Одна таранька. Мелкая, средняя, крупная. Так, все. Будьте здоровы. И хвоста не чеши. Лещ сегодня ко мне так и не пришел. Соседи он был. Ловили на муху. А я не поймал. Все, будьте здоровы.